Это мы пришли в бывший детский лагерь «Стан». Тут а теперь можно... Сергей Павлович нашел какую-то шубу, шуба называется, говорит, собакам ворвать. А Виталию дали три журнала, грехи записывать свои, и шахматный ежегодник, и вот шинелки, вот видишь, как вот сколько, вверху четыре пуговицы, и внизу четыре, мы все спилили звезды. Газеты. Все, забирайте сейчас, забирайте. Это надо убирать отсюда, иначе утащат у нас. Это тоже брать надо. Надо специально приехать с пустым кузовом. И там тебе в сарай занести, а там разберем. Давай, бери. Ты закрыл кухню-то? Да. Все, забирай. Сережа, забирай, пошли, а то дождик начинается. Заберешь? Да возьми это, возьми вот эту, дай мне. А то открывать мне сгодится. Вот так. 560 вот этих вот слег здесь насчитали только. Вот еще потолок сделанный. Да глиной, да замазать. Ну, 45 лет простояли. Володя. Вот шифер какой. Вон вы искали пенопласт. Смотрите, какой кусок. Не надо вам больше? Где он, пенопласт? Вон он лежит. Ну, он лежит, как раз он нужен нам. Возьми его. Виталий, достать вам то надо, пенопласт нам. Я же на днях спрашивал. Сейчас это загрузим, я скажу. И главное, все, пришли. Открыто все. Абсолютно все. Посмотрели. Так, пошли молиться вместе все. Заложи, вернитесь там. Мешки с соломой оказались здесь. Вот подвал легендарный с подземной церковью, как говорили. Спрятанный был. Вот так. Все открыто. Пришли, открытая столовая, открытая кухня, открытая пекарня, игровой зал. Все настежь раскрыто. Приходи, смотри, круглосуточный музей открыт. О, сколько шифера здесь, 200 листов, наверное. Я выписывал 200 листов. У Володи где-то шифер, вот положи эту, потом я ее заверну в что-то, и мне самое то, что надо, бутылка привязана. Забираем, уходим. Нет, помолимся. Помолиться хотели. Пойдем. Можно. На улице идет дождик, как будто бы. Ну, давайте, Игнатий Ильич, молитесь тогда. Так, вот у нас аналой. Покажи, где крест. Пойдемте, там дождь не сильный. Смотри, чтобы не попал дождь на облики. Угу. Господи, слава тебе. Прости мои согрешения, тайные и явные, что было не по воле твоей сделано в жизни моей. Очисти, омой, убели в крови твоей пречистой. И покажи людям, как можно жить в бедности радостно и не проклинать эту антинародную власть, когда не заботятся о народе, когда народ не знает Бога, как говорят сегодня и пишут обо всем этом. Мы же молимся за них, Господи, прости, помилуй, открой истину. Чтобы они сказали то, что сказал раб твой Глазьев. Все это исполнится, задумано, если будем жить по заповедям Господа нашего Иисуса Христа и заботиться о народе, о спасении его. Не олимпийскими играми утешаться, но служением тебе наш Бог, единый вечный, во Святой Троице, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Богу слава. Во веки слава. Уходим.